Что такое статусность? Ты упомянула о том, что дети воруют деньги, хотят эту статусность поддержать. Но часто и взрослые хотят поддержать свою статусность. Да, детское и взрослое – это абсолютно разные вещи. То есть ребенок не может, когда самоутвердиться в своей семье, раскрыться в своей семье, ему нужно это раскрытие где-то в другом месте. И он тогда в своем коллективе, в школе, в институте, в каких-то секциях, он начинает самопрезентовывать себя через какие-то посторонние вещи, через материальные вещи, которые можно купить за деньги. Как помочь своему ребенку раскрыться и почувствовать себя реализованным, чтобы ему не нужно было покупать за деньги свою собственную значимость? Раскрыться ребенку вы можете помочь только в том случае, если вы сами раскрыты, если вы сами понимаете, что это такое, что значит для вас быть собой. Если вы сами полагаетесь на социальное мнение, то как вы можете рассказать ребенку, что ему делать? Никак.